Отец. Это Елена. Елена? Елена из Спарты. Елена из Трой. Такова воля богов. Все в их руках. Ты бы как поступил? Я почитал богов во все времена. Но сегодня я бился с греком, который осквернил статую Аполлона. И Аполлон его не поразил стрелой. Не станут боги воевать за нас. Выпьем за мир. За мир. Что же ты натворил? Отец много лет добивался этого мира. Я люблю ее. Другой любви ты не знаешь? А любовь к тебе отца, которую ты попрал, приведя на борт чужую жену? А любовь к своей родной стране? Посмотри вокруг. Я собрал всех воинов Греции у стен Трои. Ты подумал, я испугаюсь, увидев твое войско. Вот оно. Здесь 50 тысяч мужчин, которые принесут свои жизни в жертву твоей алчности. Осторожнее. У милосердия есть предел. Я видел предел твоего милосердия. И скажу тебе вот что. Сын Трои еще не был в повиновении у чужеземца. Отойди в сторону, царевич Гектор, или я убью его прямо у твоих ног. Он мой брат. Брат, если я умру, скажи Елене, скажи. Скажу. Сейчас никто не может биться за меня. Я ведь не царица Спарты больше. Я теперь троянская царевна. Думай о своем мече, о его мече и ни о чем больше. Всю свою жизнь я был уверен законам чести. Законы эти просты. Почитай богов. Люби свою жену. Обороняй свою родину. За Трою, свою любимую родину. Будем сражаться! Вперед! Ты не скрываешься за высокими стенами. Ты безрассуден, но отважен. Что привело тебя сюда? Память об этой войне переживет тысячелетия. Зато тысячелетия не переживем мы с тобой. Ты прав. Но наши имена останутся в веках. Ни одному отцу не доставался лучший сын.